Всем привет, с вами Нильф Горн, это Террария, и произошла очень удивительная вещь. Лазя по джунглям и собирая этот материал зеленый, как он там называется, хлоритовые слитки, хлоритовую руду, я набрал нужное количество, убрал золото в инвентарь с хрюшки и решил попробовать убить плантеру. Ради того, чтобы просто посмотреть, на что она способна, как она себя ведет, ну вообще... К чему, ну, что мне от нее ожидать, да? И, ребят, я ее взял и убил. Вот доказательство к этому, вот ключ. Вот, я выбил сильный гранатомет с нее. И, честно говоря, я как-то, посмотрев на нее, мне там какие-то тактики сложнейшие предлагали. Я просто бегал от нее по туннелям и расстреливал вот этим мечом просто. Я не спорю, может быть, конечно... Вы говорили, что ее сложно убить к моменту, когда у меня нет этого меча или каким-нибудь другому сложному моменту. Но с другой стороны, если у меня это есть, то вообще зачем убивать ее каким-то другим способом, если можно убить ее, к примеру, мечом. Вот, я уже вижу, вот здесь, пожалуйста, нам плантера, фрукт жизни. И давайте, знаете что? Скорее всего, я сейчас здесь попробую подготовить площадочку. И мы с вами попытаемся ее убить. Давайте посмотрим по карте, как у нас там с туннелями обстоят дела. Но я сейчас ее попытаюсь убить своим способом. Таким несложным, но все-таки. Посмотрим, что из этого получится. Но сначала подготовим такой, сделаем просто длинный туннель. И все. Больше ничего я такого не буду наворачивать или придумывать. Просто сделаем туннель, в котором я буду от нее убегать. Вот и все. В разные стороны буду убегать. То есть у меня что сейчас на мне? У меня броня. При этом при всем вот жалко... Эх. Можно было бы одеть амулет ночи, если бы я знал, ночь ли сейчас. Ну что такое-то? Ну что? Успокоились. Давайте здесь вот выровняем, чтобы ровненько. Это мой вариант будет. Я попытаюсь, не факт, что у меня получится. Я попытаюсь по-своему ее убить. Посмотрим, что из этого вообще выйдет. Может быть, я... Часто так бывает, да? Как бы за кадром все получается хорошо, а как бы во время съемки, когда считаешь, что вот пора показывать новую тактику или новый вариант прохождения, да, что-то идет не так. Часто такое бывает. Отлично, вот этот коридорчик мне в тему, он мне пригодится. Как раз такой неплохой переход. Побольше свободного места, это всегда хорошо. Так, я теперь собираю статуи, так как не знаю, откуда взять статуи. Давайте и заценим, что у нас здесь вообще есть. Во-первых, у нас здесь есть сундучок, в котором... Ну вот, испускает свет, монетки соберем, давайте, все. В принципе, все остальное мне совершенно не нужно. Давайте дальше по прямой просто копаем, и все. То есть плантера, она будет ползти за мной на своих щупальцах по этому туннелю, а я ее, от нее просто буду убегать и ее расстрелять. Да, она в меня будет стрелять, но в данный момент моя защита вполне обеспечит мне нормальный такой... Как бы нормальную защиту от этой плантеры. То есть. И все. Давайте осветим все. Чтобы так по полной программе было. Так, здесь можно вниз вполне, кстати, убежать будет. Вот как нечего делать. Я так думаю. Так, здесь давайте тоже осветим и заценим вообще, что у нас здесь есть. И, кстати, вот это что такое? Это, по-моему, кстати, статуя глаз, да, прикольно. В кого он там стреляет? Так, здесь куда-то продолжается пещера. И какой-то, смотрите, о! Юркие ласты, прикольно. Я как раз недавно нашел себе артефакт, который, ну, собирается из этих вот ласт. Акваланг, в общем, собственно говоря, я нашел, пока выбивал себе. Так, ну,
Вот давайте, кстати, можно здесь прям сделать такой, знаете, убегая от плантера, снизу вверх по кругу даже можно вполне бегать от нее. Здесь давайте проделаем туннель. Так. Здесь вот сейчас мы тоже проделаем туннель небольшой, чтобы слить воду. Чтобы там вот не появлялись лишние монстры и мне они не мешали. Так. А здесь вот давайте где-нибудь вот здесь вот такой сделаем туннельчик. Расширим немножечко. Все осветим, чтобы лишнего ничего не было. С пантеры очень много падает, и я бы хотел все это выбить. Так что сегодня я буду ее гнобить. Попытаюсь, по крайней мере, знаете, как всегда. Хочется, чтобы получилось так-то, а получится совершенно поиначе. Давайте посмотрим, куда еще туннели, кстати, ведут. Так, и здесь что-то вроде бы куча монстров появляется. Просто бешеный респаун идет. Так, ну и всегда можно куда-нибудь... Ну, в принципе, я думаю, кстати, вообще, вот этого мне вполне достаточно. Давайте попробуем. Давайте попробуем, посмотрим, что из этого получится. Может быть, мне сейчас она с двух ударов убьет, как говорится. Вот уже. Так, где-нибудь здесь, здесь. Вот она, собственно говоря. А, давайте все... Ох ты, я даже фрукт нашел. Отлично. Случайно, даже не заметил этого. Давайте лишнее повыкидываем, чтобы... сразу подобрать нужные мне предметы. Так. Все вроде заюзано. Давайте попробуем. Посмотрим, где она появится сейчас. Скорее всего, вот там она появится. Я даже... А, вон она снизу ко мне ползет. Вообще снизу только ползет. Давай, подруга. Ну, может быть, как-нибудь уже... И все, давайте ее расстреливать. Ну вот что, я уже не вижу вот проблем, она медленная, да? Что, она вот, вот она в меня стреляется, так? Отлично, отлично, стреляйся, давай, 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 давай. Стреляйся, стреляйся. Вот эти шарики она выстреливает. Давайте обратно. Половины жизни уже нету. Заюзана одна бутылка. Так, я путаюсь в прицеливании. Куча вот этих у нее голов появляется. Давайте попытаемся через нее пробежать. Ну, ребят, ну вот что? Я не скажу, что я прям напрягаюсь. У меня даже половина жизни не потрачена. Все. Ребят, я не знаю. Либо вы ее пытаетесь убить, когда у вас вообще ни хрена нет, и вы там какие-то тактики с телепортами, что-то, какие-то варианты придумывают. Я помню, один мне написал, если ты хочешь, типа, хардкора, то купи 3000 патронов для акулы и бегай от нее, типа, расстреливай плантеру. Честно, я не понимаю. Усамет, господи, это что такое? Давайте посмотрим. Пак-пак-пак-пак-пак. А, не смог. О, вот это прикольно, кстати. Что тратит? Тратит у нас ману тратит. Прикольно. Самонаводящиеся патроны. Ну вот, смотрите, я опять мне ничего не дали, кроме осамета этого. Ну, в принципе, ненужного. Ну, не то, что ненужного, он мне лично не нужен. Так, давайте еще поищем плантеру. Посмотрим, что с ней можно будет сделать. Так. Каким-то образом мне говорили, что ее можно найти вот так вот на карте. Я знаю точно, что вот, вот здесь вот у меня плантера. Вот она. Вот есть. Ну вот, собственно, бутон плантеры. Другим каким-то... А, вот, смотрите, вот бутон плантеры нашли. Отлично. Жалко... Засечки нельзя делать. Что это у нас, паутина? Ну вот давайте вот сюда вот. Здесь очень большая пещера, как раз можно будет вот так вверх, вниз от нее побегать. Давайте попробуем здесь ее как раз, там ее прям и грохнуть. То есть, честно, вот еще раз я повторюсь, я честно, я не знаю,
при каких обстоятельствах вы пытаетесь убить этих боссов, потому что... Так, я уже пролетел чуть-чуть выше, давайте. Потому что у меня как-то... Ну, нету проблем с убийством этих боссов. Ну, в данном случае вот с этим. Я думал, там она прям, ну, я не знаю, что там. Такое страшнейшее какое-нибудь чудо-юдо будет, которое мне просто наваляет в два счета, и все. Здесь же оказалось, ну, так... Серьезно, но не настолько, чтобы, знаете, прям вот какую-то такую бешеную панику устраивать из-за этого. Так, давайте все осветим. Так, здесь можно... Да не дерево-то и руби, господи. Вот. Странный киркас. Сначала хочет деревья срубить, потом... Так, всегда можно будет спуститься вниз. Так, вот здесь просто пробежать. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Спуститься и куда-нибудь сюда, к примеру. Давайте здесь проделаем туннель. То есть сбежать можно всегда будет от пантеры. Куда-нибудь сюда передвинемся. И где-нибудь здесь мы напрямках. Да, что-нибудь такое в этом роде вполне можно сделать. Давайте здесь закроем. Так, здесь где-нибудь что-нибудь типа такого. Ну, а здесь просто сделаем платформочку, по которой я буду бегать. Хотя можно, кстати, проще было бы, наверное, вырыть еще один такой же туннель и все. Мне так кажется. Хочу уже какой-то ховербот, или как-то там он называется, который супер кирка, в общем, маунт кирка, или как это, бур. Устройство, которое можно будет бурить. Давайте немножко проделаем туннель, посмотрим, что там будет. Просто, может быть, там есть какой-нибудь большой зал, с которым мне повезет. По-быстренькому. Как-нибудь вот так вот. Сначала попытаемся дырочку проделать. Посмотрим, есть ли там у нас большой какой-нибудь зал. Если нет, то будем по старому плану, по первому. Так, ну здесь небольшая комната. Так. Ну да, что-то несерьезно. Ладно, тогда будем по такому наобум придуманному. Кучу шершней мы убили. Так. Вот здесь только единственное нужно такой вот... Так, вот сейчас очень аккуратно нужно случайно ее не разбить. Вот это вот мы сейчас сломаем. Так. Так, ну что ж. Наверное, освещение на всякий случай нужно сделать, чтобы... Давайте попробуем. Попробуем еще разочек ее грохнуть. Так, надо не забывать, что она не сразу придет. Где она? Она идет у нас сверху. Что неожиданно, кстати. Так, не запланировано. Что-то пошло не так, черт возьми. Да куда ты стреляешь-то? А он вниз-то не может стрелять. А давайте ее тогда... Знаете что? Очень отличная, кстати, тема я придумал. Я просто ее сейчас тогда... Я ее сейчас просто тогда отведу к себе вот туда, в готовую. Ну, смотрите, зараза, а, как ползет. Ну, давай. Подруга, давай, давай. Ну все, здесь уже могильник скоро будет, плантер. Привет, подружка, давай, вылезай, давай. У нее такой, как ребенок такой. При этом при всем можно и ос использовать.
Получай, 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 получай. Получай, 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 получай. Все, разозлилась. Барышня разозлилась. Она ускоряется, смотрите. Быстро, конечно, начинает двигаться. Когда вблизи, я смотрю, она прямо активная такая становится. Я еще ни одной бутылки не выпил, кстати. Я не спорю, что броня, конечно, эпичная, все дела. Но, ребят, для этого броня и есть, чтобы ее носить. Почему нужно как-то иначе ее убивать? Так, я знамя шершни давайте сюда повесим. Что у нас тут еще? Вот это выкинем на всех. Вот, посох пигмеев. Отлично. Отлично, я ждал этот посох, мне хотелось его, потому что я все хочу себе, и я соберу такого персонажа, который будет призыватель, в общем, у меня. Что-нибудь в этом роде, мне хочется попробовать сделать такое, что-нибудь, здесь главная кнопка, непонятно от чего. Так, листодув, быстро выдувает бритвенно-острые листья. Так, посох, отлично. Ну и листодув. Такой. Прикольно. Скорость очень большая, кстати. И пассивок у него нету, к сожалению, у этого листодува. Давайте еще посмотрим. Посмотрим, где у нас есть. Не забывайте, что. Так, люстра. Спокойно. Так, ну вот здесь вот, конечно, пигмей прикольный, но он один всего лишь. И поэтому давайте мы вызовем что-нибудь другое. Так, это мы все выкидываем. Так, место, место, место надо освободить. Вот это все выкидываем. Так, ладно, пока вот так вот стоим. Ничего, я думаю, не умру. Можем даже, кстати, бутылочку выпить. Так, давайте еще поищем плантеру. Плантера, плантера. Как видите, здесь очень большие территории. Просто огромные, я бы даже сказал. И вот так вот с первого взгляда ты не найдешь. Давайте еще раз посмотрим, как она вот, вот она такого цвета. Может быть, прям отсюда его можно увидеть. Вот здесь вот вообще просто, вот, как видите, огромнейшая пещера. Здесь ее вообще элементарнейшим образом можно будет завалить. Горшок. Здесь вот я вот как-то не вижу здесь вот этой плантеры. Давайте, наверное, туда и спустимся и грохнем ее там. Здесь, кстати, переход с одного биома на другой. И такой. Вот еще плантера. Бутон плантеры я вижу. Так. Довольно-таки много, короче, появилось. И. Хотя, в принципе, с другой стороны, мне и нужно много. Потому что я бы хотел все выбить с них. Там очень интересные предметы есть. Хотелось бы посмотреть, потрогать их, пощупать. И вообще представить, как это все будет выглядеть. Но как-то странно немножечко в том плане, что эти вещи, они намного хуже тех, которые можно уже собрать. Вот так вот как-то. Ну, особенно если не торопиться. Так, ну вот, смотрите, огромнейший туннель. Мы... Даже без подготовки уже здесь можем просто вот начинать валить и все. Давайте так и сделаем. Потому что, во-первых, она еще будет ползти полтора часа тут. Давайте что-нибудь даже сожрем. Где она у нас снизу ползет? Давайте вот сюда вот перейдем. Тут как раз такая... Ух ты! А-а-а, погнали! Ого, она как резко так ускорилась-то. Ради фана сейчас будем кататься. Может быть, она даже меня спокойно и убьет. Вать, прорыв. А почему она так резко как-то ускоряется? Та-та-та-та-та-та-та-та, листочками, та-та-та. Такой... Да покарают тебя мои листочки. Все, мана кончилась, зараза. Давай. Идеальнейшее место для боя с плантерой.
Я смотрю, она тоже наяривает-то за всю. Вон она как стреляет-то бешено. Да ладно, будильник, успокойся. Это мне намекает на то, что пора заканчивать, закругляться пора. Разгон! Валим от нее, валим, валим, валим! Валим, парни, валим! Ну нет, конечно, ребят, ну вот честно. Очень уж как-то... То ли я уже настолько сильно раскачался, то ли я не понимаю. Скорее всего, именно так. Ну, а с другой стороны, ребят, смысл ее убивать на других каких-то... ну, когда вы еще не раскачаны и тому подобное. Я не знаю, 4 ключа уже от храма. Столько храмов-то будет. Ух ты. Вот это уже интересно. То есть такое скорострельное что-то. Это вот уже интересней. Какой-то безжалостный магнум Венера. 49 урон. И еще, я чувствую, его можно немножко разогнать. Единственное его минус — это то, что мне... То, что мне придется... Как бы это сказать? Ух ты, классный, классный материальчик. То есть мне придется постоянно самому нажимать, и это вот мне не нравится. Зажать нельзя, то есть и держать. Автоматической стрельбы нету в нем. Вот, отлично. Фрукт жизни. Не знаю, откуда он здесь взялся. Но все-таки это круто. Давайте... Хотя, что мне возвращаться домой, чтобы посмотреть... Прошу прощения, чтобы посмотреть, что из чего крафтится, я, в принципе, ничего не набил. В следующей серии я, наверное, пойду на големчика. За кадром еще убью несколько раз эту плантеру. Попытаюсь с нее выбить все. Хотя самые желанные трофеи плантеры я выбил. И вообще надо будет, кстати, заняться выбиванием трофеев с плантер. Это правильнее всего. Кстати, может быть... Поблизости есть все-таки какая-нибудь, и мы ее быстренько грохнем, нет? Может быть, да? Ребят. Костер под водой, кстати, забавно. Ну, плантерочка какая-нибудь. Одна. Я бы еще с удовольствием завалил бы одну какую-нибудь. Вот здесь я уже смотрел. Вот огромнейшая пещера. Вот просто эпично здоровая пещера, я бы так даже сказал. Это что, орехалк? Здесь нету. Ну ладно, наверное, на этом точно будем заканчивать, потому что следующую искать долго придется, наверное. Хотя я там находил, просто нужно будет добежать до нее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этой серии, потому что реально было прикольно, по крайней мере для меня. Всем всего хорошего, пока. Нет, я все-таки вернулся, потому что, начав убивать плантер, тут каким-то образом, не знаю, почему сагнулась на меня пчелка. Вот уж не знаю, с чего это она так вдруг. Поэтому давайте... Прям буквально здесь недалеко я нашел еще... Так. Еще одну плантеру. Буквально вот прям вот она вот... Кстати, я жизнь восстановил. Это хорошо. Я смотрю, на больших расстояниях ее так... Ну давай, есть. Ее так быстро, как-то она вот так быстро... Ой-ой-ой-ой-ой! На тебе, куча-куча-куча-куча-куча-куча-куча-куча пчел! Там, похоже, где-то рядом был осиное гнездо, и каким-то образом я спровоцировал призыв этой пчелки главной. Разгон, разгон, разгон на таран! Ну, все равно, ну легко, легко, конечно, легко. Ой. В этот раз уже точно. Пока.